Дорогие друзья, вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про Упти суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем Soda Loft. Ребята, у меня текст есть, я буду читать. Поехали, друзья. Ребята, очень интригующее начало. Такая музыка, да, какая-то тревожная, ребят, почему не знаю. Что за текст будет интересно? Но если честно, я бы сейчас здесь не был, если бы просто не спиздил конкретный стиль первым. Оправдывать чернуху в потребности быть белым. Много неправильных поступков сделали мы путь верным. Деньги не сделали надменным, только над бедным. Пока рассудок ставит выше метод над верой, не поколышет время веру в то, что наверно. Не стану тем, чьи образ разбирают на мемы. Ты помнишь светлые моменты? Эх, так не бы. Но в моем буфере на дне одни лишь проблемы. Хочу спокойно спать, а не цепляться взглядом за стены, пытаясь выбрать, кто есть или тот, кем бы мог стать. Если б не в микросмех, до него бухло с первым. Если бы батя не ушел, когда я был мелким. Поделки и шишек в садике перетекли в сделки. Штаны не гладил никогда, но вечно на стрелке. И только в 7 утра могу сомкнуть зенки. А на уме мысль одна, это страх смерти. Самый счастливый день может оказаться последним. Ужасно, когда твой родитель, твой же наследник. Когда общаешься с собой, но тебе нужен посредник. Вижу свой взгляд на себя в зеркале, он полон презрения. Оно заставляет бегать дальше, не застывает. Ребятки, что могу сказать? Он читает очень хорошо. Очень хорошо читает рэп, ребятки. Трек у него о жизни. Ребята, о жизни. Может быть, о своей жизни он пишет, я не знаю. Может, он просто пишет в общем о жизни людей, о родителях, о проблемах в жизни, ребятки. Пишет о деньгах, что нужно все равно деньги зарабатывать. Про родителей пишет, ребятки, еще могу сказать, что... Вот. Ну, понятно. О жизни пишет, ребятки. Слушаем дальше. На средних, только максимум. Вижу темноту внутри себя. Каждый день я вижу темноту. Вижу темноту. Внутри тебя, чем тебя. Очень интересная музыка, очень. Вначале такой быстрый рэп читает, да. И такая музыка пошла на припеве. Думаю, припев, наверное, ребятки. Опять он пишет, в припеве поет о себе. О себе, что у него внутри творится, ребятки. Что у него внутри, понимаете? У него этот трек размышления. Размышления о себе, о людях, ребятки. Я так думаю. Слушаем дальше, ребятки. Очень красиво читает, очень красивый голос, прекрасная музыка, ребят. Припев, кажется, исполняет Брутто, другой исполнитель. Другой. Я смотрю, какая-то вот, да, немножко голос другой, мне кажется, ребятки, да? Не, ну я думала, может, он так может и так петь. Может быть, ребят, давай дальше слушаем, интересно очень. Я каждый раз охуеваю, что я где-то не в тюрьме, а в туре. Делаем деньги, будто бурим. Со мной модель с череповца, бухаем и курим. Я в череповечьей шкуре, кручусь, как белка на чертовом колесе. То поднимаюсь вверх, то опускаюсь, особо на дне. Не радио, но всегда на волне. Все ради того, чтобы раз в месяц скинуть бабки родне. Я все еще свеж, хоть и бумер. Вот опять он говорит. Делаем деньги, будто бурим. Деньги делают ребятки. Стараются, работают. Где-то они, куда-то ездят работать они. Ну, работают. Понятно, да, ребятки? Зарабатывают деньги, курят, ходят отдыхать куда-то, там они в кафе отдыхают, про девушку поют, что у него девушка есть, понимаете, ребятки? Вот именно он о своей жизни рассказывает. В треке не о своей, а о жизни кого-то. Слушаем дальше, ребятки. Я убивался молодым, но не умер. Я блатовал, но успевал учиться на пять. Я та доминошка, которая осталась стоять. Много ошибок, но мне похуй, я умею взрослеть. Жизнь относительно важна, как посмотреть. Видите?
Очень много ошибок я совершал, говорит, очень много. Но я помимо этого взрослею, говорит. Когда я совершаю ошибки, я взрослею. Я учусь на своих ошибках, ребятки. Видите, что он говорит? Или это ты сейчас ебешь мой экс? Или это я тогда ебал твой экс? В моем детстве все, что для нас было, было незначительно. Даже звонок для учителя. Я полдетства двигался на подъезде. Я полдетства думал, отец в отъезде. Я исключаю бедность из списка наследственных болезней. Я думал, что родным в достатке будет интересней, бро. Все мои счастливые семейные фотки скроль. Как сын, как муж, как отец, я ноль. Ребятки, вот мне что интересно еще. Очень интересно он пишет трек, ребятки. Молодец. Интересно пишет он, ребятки. Он рассказывает о себе, наверное, я так сейчас что-то думаю. Что у него было в детстве? Опять он детство затронул, учителей затронул, родителей затронул, ребятки. Это воспоминания его о его детстве, потом о жизни его, вот в настоящее время, ребятки. Все еще ноль, все еще беден. Все еще беден. Друзья, что скажу? Мне очень понравился трек. Очень понравился. Да. Очень мне понравился голос и музыка, и его рассказ о жизни. Все понравилось, ребятки. Молодец. Молодец. Ребятушки, слушаем следующий трек. Ребятки, текст я читаю. У меня текст есть. Поехали, друзья. Мне так больно, не могу добиться цели. Именно поэтому все еще живу. Неважно, какой будет путь. Любую цель обесценит время, принеся твою жизнь в жертву. Играть в догонялки с мечтой, плыть или тонуть, забыв покой, лететь или падать. Боюсь дня, когда мой учитель убьет меня. Мой учитель, моя память, чувство долга перед... Вот, ребятки, опять трек называется «Память». Опять он рассказывает. Рассказывает о себе. Он вспоминает, что было у него, и рассказывает. Видите, именно поэтому я живу, читаю и существую, потому что у меня есть память. Я все вспоминаю, что было. Самим собой ли ответственность за тех, кто завистью смотрит, как я ебусь судьбой, стяжая любую возможность кладезью. С каждым днем все ближе к кладбищу. Я помещу себя в покой, сменив широкие глаза на прищур. Перекличка мыслей дает пищу. Никто не знает меня, потому что я засыпаю один грамм, засыпают они, миг затухают огни, люди не любят тех, кто... Ребятки, остановлю. Как он текст пишет хорошо, ребята. И вы понимаете, не так просто набор слов, а именно как рассказ. Как какая-то вот книга, да, ребята? Очень интересно слушать, ребятки. Это же его мысли, он же об этом думает. И все у него хорошо получается, ребятки. Выбрал в рот быть людьми. Выбери сам тот, кого видно снаружи, либо тот, кто внутри. Толкает прозрачные стены, как мим, как пахнет жасмин. Я просто счастлив, что умею любить этот мир. Приняв себя и других, хотя бы на миг, чтобы на нашем... Видите, он говорит, я люблю мир, люблю. Принимаю себя таким, как я есть. И принимая людей такими, какие они есть. Понимаете? Он все принимает. Принимает этот мир. Это застыл мой радостный вид. Ребятки, мне очень понравилось. Вы понимаете, его я сейчас открываю еще с другой стороны. Этого молодого человека. Этого музыканта. Я его принимаю, я его узнаю еще с другой стороны. Какой он открытый, естественный, ничего не скрывает, а рассказывает о жизни. Давайте дальше слушать, ребятки. Так, друзья, слушаем следующий текст, 23. Ребятушки, перед тем, как слушать, я скажу, вот вчера мы слушали его. Содолав. Да, вчера Содолав. Слушали. Он там, у него столько девчонок было, прям как чисто собачья свадьба. Там, знаете, ребятки, они его облепили. Это, ребята, знаете, я прям испугалась, честное слово. А сегодня... Ты же говорила, что ты не смотрела клип. Как, клип откуда, я не смотрела. Откуда ты знаешь, что они облепили его? А я же все равно вот так вначале посмотрела, я чуть-чуть, да? Потом мне просто... Я не могла смотреть, я убрала это. И вот, ребятки, один мой любимый подписчик сказал, ага, вы послушайте, что Маргарита, вот эти вот тексты. И вот действительно, вот эти тексты прям приятные. Хороший, молодец.
Я же вам говорю, что я открыла его с другой стороны. Давайте, ребятки, дальше будем слушать. Слова у меня есть, ребята, текст я слушаю, читаю. Мне очень интересно. Поехали, друзья. Пиздец, еблоторговцы. Подняли пару баксов, и теперь мы незнакомцы. Для них я свет в оконце. Ничего страшного, мы встретимся на конце. Потратишь то, что накопил, снова станешь болтом. В твоих фонах нет долга. Если время деньги, то у меня их немного. Время бесконечно, пока молод, ты не чувствуешь так дорог. Каждый тот очень скоро ценник по свободный день. Скромно просиженный дома, подпрыгивает высоко. Как я любил из класса за эконома. Мне 23, вроде не так уж много, но чувство, будто мне должно быть 40. Пушки за 40, мы с ней ворога, мы с ними все. Ребятки, ну скажу, останавливаю. Мне очень нравится, очень нравится. И музыка нравится, танцевать можно. Вот так нравится, ребятки. И вот давайте слушаем здесь вот. Вы слышали, о чем поется? Он опять о себе поет, ребятки. О себе поет. Сколько ему лет? Ему 23 года, ребятки. Но чувствует он себя немножко постарше. Видать, слишком много старается. Видать, слишком много хочет. И без повода, без повода ссорится и дела делает. Они без повода все лезут из меня наружу, находя зазоры в горах. Я со скукой, как бы я принимал наркоту. Как вариант, увы, то, что брат, если б стоял под руку. Видите, ребятки, он вспоминает, что у него мог родиться ребенок, да. А они не захотели. И вот он говорит, если бы все было нормально, если бы мы это не сделали, у меня бы моему мелкому было бы 3 года уже. И он задувал бы свечки на тортике. Ему 3 года было бы. Но они решили это... Как сказать? Этого не делать? Этого не делать, ребятки. А он, видать, переживает. Он переживает. Он жалеет. Жалеет. Мёрзв. Какой взрослый мальчик был бы сыночек? Да? 3 годика, считай. Взяту, прости, друг, но хорошей мамы не было среди тех. Улучшали, как институт покидал, как будто умирали, алые не ждут. Я даже время на дубку. Ты можешь купить яхту, но не буду. Куда нам будет трудно размутиться, так что совесть искавала, как люфту. Она дала мне выбор, зови, молча, если мне можно быть близко. Ты не умеешь делать деньги непрерывно. Ребятки, мне очень понравилось. Ребята, очень понравилось. Еще раз повторю, он открылся мне с другой стороны, ребятки. Ну, о чем текст, я же вам говорила, да уже. И опять вот в конце трека он поет. Я сам выбрал себе судьбу, говорит. Она давала мне шанс сделать, как сделать ты хочешь. Или так, или так. Я выбрал вот такую дорожку. Значит, и он немножко жалеет, мне кажется. Понимаете, да, уже он об этом трек написал. Значит, что-то внутри у него переживает. Молодец, молодец. Ребятки, что вот могу сказать про Судочку? Он очень разный молодой человек. Вчера я слышала трек про 25 девчонок, и он среди них один. Понимаете, такой, как сказать, парень такой, мачо. Петуч. Мачо такой. А там около него как курочки бегали. Как курочки. А вот. А сейчас он другой, ребятки. Он вообще другой, ребятки. Он открылся мне вообще совершенно с другой стороны, ребята. Ребятушки, слушаем следующий трек. Ребята, ну как вот можно так придумать красивое? Ну такая музыка красивая, ребята, начало какое. Прям, знаете, вот фантастическое. Я вот сижу, я прям вот отдыхаю, мне так нравится. Я бы слушала вот это вот вступление. Оно очень красивое. Мне такая музыка очень нравится, ребятки. Слухи не хотят на море, они хотят себе слух. Слухи не доходят, если верен ремеслу. Для этих мыслей я просто засуд.
Как он красиво поет. И вот он и еще с ним, как это у второго только мальчика? Один поет. Один, да? Как красиво он поет, ребята. Это вообще прям. Ну и вообще красиво. Немножко как Мияги, да, сделал? Вообще голос. Прелесть. Прям прелесть. Но опять о чем он поет, ребятки? О своем ремесле поет. О своем пруде поет. О девчонках поет. Чем они занимаются. Все в этом треке есть, ребятки. Ну а голос фантастический. Музыка. Это вообще, ребята. Балдеж? Не то слово. Не то слово. Сердце замотал шар, не хочу напрасно тратить его жар. Пару воздух, будто кто-то пережал. Я же храбу боюсь, как в одежде жаб. Фразы людей, как нелепый мышап. Слава в моей толще, дышат. Снова погонят, стрелы стучат, о котором я тут давно. Магазины ненавистны, на беде одни лишь это физмы. Мне давно пора убить туризмы. Уходи куда-то на поли, мы чем-то все неведомо больны. Но лечение ведь не выход из тюрьмы. Причиненный бред, цененный дым, что пока мне недоступно им. Очень интересный трек, ребята, очень интересный. Опять он рассказывает о своей жизни, ребятки. Чем он занимается, как он зарабатывает деньги, что они делают. Все опять о своей жизни, ребятки. Как живут люди, многие так живут, как вот он пишет. Многие, понимаете, ребятки? Очень интересный трек, ребятки. Музыка красивая, очень. Голос красивый. И текст не так просто набор слов, а именно все осмысленно. Осмысленно, ребятки. Ребятки, хочу сказать пару слов о нем. Настоящий артист, ребятки, поет как профессионал. Музыка профессиональная. Голос исключительный, ребятки. И такие тексты у него, понимаете, умные тексты. Понимаете, как будто читаешь какой-то вот рассказ. Понимаете, рассказ о ком-то, да? Ну и, ребятки, извините, может петь как хулиган. Вот вчера мы послушали его курочек-то. Сколько там курочек было, я уж сказала вам про это. Понимаете, он не раскрылся со всех сторон. Вот со всех сторон, ребятки. Вот. Мне он очень нравится. Soda Love. Очень нравится. Вижу, когда хочется, чтобы день кончился, когда вокруг друзья, на душу почет одиночество. Я как раз не стою, стал смех, как стены точечно. Ты что, но бледноватый, я в таблетках от побочек стал. Замедленным с постели ночью молча стал. Наверное, было бы лучше, если бы я больше спал. Но чем же больше страх, пока не стану стар. Остаться одним навсегда или пропасть для прочих странных людей. Здравых людей нет в голове, бред пустоты. Я говорю... Ненавижу, когда хочешь, чтобы день закончился. Видать, вот он что-то планирует днем. И, наверное, не успевает, я так думаю. А день заканчивается. И ему не нравится это. Ему хочется доделать все свои дела. Все свои, ну, проблемы, можно сказать, ребятки. А ночью в постели он спит молча, отдыхает. Видать, думает о чем-то, да? Так, все живут просто так. Давно ничего не делаю, запрос. Такой пахать запросы нахуй. У меня инновек без запросов. Качество как от хэнди. У зла приносит деньги. Причем так много, что ты мог подумать и подтенить. Вся жизнь не так легкенди. Москва на постмодерне дремлет. Пока пешня восходит за нас, будто вендинг. Возьми сухой, везет если тупой. Отсутствие мозгов, как правило, несет покой. Сомнения и страхи, как рукой, нахуй боль. Ты же скалываешь все, что дадут цепивку, как колод. Видите, ребятки, какие вот он слова пишет, да? Он действительно все осмысленно пишет. Проси и пой.
Везет тебе. А если ты тупой, значит, тебе не интересно ничего жить. Он считает, что... Он не так сказал, он наоборот сказал, что если человек недалекий, ему повезло. Да, это еще неправильно поняла, что проснись и пой, везет, если тупой. А, везет, если тупой. Ну, не знаю, ребятки. Я его вообще тупым не считаю, ребят. Он же, но он же не говорит, что он тупой. Но я привыкла, что он поет текст, например, о себе, что-то про себя, да? Но на самом деле, с одной стороны, правильно, да, если он тупой, да, ему что думать, да, он, ай, да, как идет жизнь, так идет. Ему все равно, да? А умный человек уже, знаете как, ему надо думать, ему надо выстроить свою жизнь, как работать, как заработать деньги, как семью свою содержать, правильно? Это человек умный. А тупому пофиг. Научился читать приму, говорить только в 16. Я писал в школе стихи, пока учитель надрывался. Строчить как можно больше тел с глаз. Вот указ, он попутал, как бекешка, сберегательная касса. Дай Боже много лет, чтобы пахало не напрасно. Жить руки этим разно, я не стал бы так. Видите, как он человек? Он очень умный. Пока учитель объясняет, он стихи писал. Стихи писал. Под партой? Да. Даже на спас, тут же фанеги, но отдавшись себе в офис в рабство, чтобы потом терпеть, что с той порыки, значит, знаешь. Я просто буду так сидеть до утра, я просто буду так сидеть до утра. Время, чтобы жить, я не хочу ложиться спать, я не хочу ложиться спать. Я просто буду так сидеть до утра, время, чтобы жить, я не хочу ложиться спать, я не хочу ложиться спать. Ведь он думает, ну не то, что думает, а вот так считает, да? Он не хочет ложиться спать, потому что время думать. Ему жалко вот это время. Он спит, и время проходит. А он что-то хочет полезное сделать, ребятки. Время, чтобы жить, я не хочу ложиться спать. Я просто буду так сидеть до утра. Просто буду так сидеть до утра, как и плану компану. Пока. Нравится мне этот мальчик, очень нравится. Нравится, очень умный. Очень умный. Стихи он пишет, вот эти треки он пишет, осознанно. Нет набора слов, а действительно осознанно. Мне очень нравится, ребятки. Слушайте, ребятки. Интересно очень.